Недавняя трагедия в аквапарке Уфы запечатлели камеры наблюдения. На этих страшных кадрах виден момент, как раненая женщина скатывается с горки в воде. Кровь пострадавшую подхватывает мужчина и вытягивает ее из бассейна. Видео нам предоставил Следственный комитет по Башкирии. Трагедия в аквапарке произошла 8 июня. При спуске с горки в воду женщина, по предварительным данным, ударилась головой о конструкцию. Лайф у правоохранительных органах сообщили, что она в момент спуска обернулась. Видимо, это и стало роковой ошибкой. Результат – закрытая черепно-мозговая травма. Медики приехали по вызову спустя 20 минут. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.